Сегодня в этом ролике я буду играть только за тех юнитов, которые купил на маркетплейсе. Но есть одно но. Я зайду на сайт Random Azure. И число, которое мне выпадет, на столько гемов я должен купить юнитов. Но тебе прямо просмотра. В этом видеоролике я тебя хочу разыграть вот такого диджей ТВ-мена. Ну а чтобы получить в этом конкурсе, вы должны под этим видеороликом набрать 5 лайкосиков. Обязательно написать свой никнейм в комментариях от Роблокса, потому что этого юнита я буду выдавать попозже. Ну а также обязательно подписаться на мой канал с колокольчиком. Ну а также каждый 100 подписчиков я буду раздавать на халяву Титан Сигма Мэна. То есть если у нас будет плюс 500 подписчиков, это 5 Титан Сигма Мэна. Если 1000 подписчиков, то это 10 Титан Сигма Мэна. Но теперь всем при этом просмотра. Не знаешь, где купить юнитов дешево, быстро и без скама? То тогда тебе в лучшую группу ВКонтакте TTTSL с самыми лучшими ценами. Здесь я сам покупаю юнитов для конкурсов, а также раздач, потому что здесь очень разнообразный выбор товара и очень низкие цены. Также вы сможете приобрести гемы по очень низкой цене, всего лишь 1500 гемов за 150 рублей. Это намного дешевле, чем в официальном магазине игры. Юниты, которые вы купили, выдаются почти моментально, 10 минут и все, товар ваш на почте. Думаете, что вас обманут? Тогда просто зайдите на вкладку отзывы и сами убедитесь. Ну а если я вас заинтересовал, то ссылки в закрепленном комментарии, а также в описании. Ребята, всем привет, и вы на канале Мод. Сегодня в этом видеоролике будет очень интересный челлендж. Я уверен, то, что уже много кто у нас уже такой ролик снимал, там Цезарь снимал, и много тоже ютуберов, там на зарубежном ютубе тоже очень много ютуберов это снимали, и тоже я решил это снять, также мне подписчики тоже выписали в комментариях, пожалуйста, сними такой челлендж, сними, вообще много челленджеров снимаем, и вам это действительно очень нравится. И в этом ролике мы пойдем в маркетплейс на тренинг плазу и будем, ребята, покупать себе юнитов в каточку, то есть мы пойдем в каточку и будем при помощи этих юнитов будем проходить ряд у нас режимы всякие. Смотрите, у меня есть ряда 714 тысяч гемасов, и мы пойдем сейчас на Random Azure, то есть на такой сайт, и там будем от одного гема до 714 тысяч, мы посмотрим, сколько нам гемов выпадет. Если мне выпадет там, например, 200 тысяч, то я должен примерно на 200 тысяч купить себе юнитов, то есть я там могу себе коруты купить, например, хайпера, диджея, и с этими юнитами я буду играть и проходить режимы всякие. Но мы теперь погнали на сайт Random Azure и будем выбирать случайное число гемасиков. Итак, я написал свое число гемов, и давайте мы начнем сгенерировать и посмотрим, сколько нам выпадет. И нам это выпало число 27864 гема. И вот примерно на эту сумму я должен собрать себе тиму, при помощи которой я смогу на изи пройти режимы. Так, ребята, все, мы теперь, то есть мы заполнили наше число. Сколько там еще раз у нас? 28 тысяч, дайте нам. Давайте мы идем в тренинг плазу. Надеюсь, я хочу себе собрать тиму, которая вот 100% будет Сантовмен, будет Грин Лазер Камерамен. И, в принципе, думаю, какой-нибудь Титан тоже у нас должен быть. Думаю, наверное, Хайпер, да, ребята? Скорее всего, у нас должен быть еще Хайпер в этой тиме. Ну, давайте мы посмотрим. Давайте мы первым делом покупаем себе вот этого Green Laser Cameraman. Сразу же мы его выбираем. Там, так, Green Laser Cameraman, это уже минус 1200 у нас гемасиков. То есть у нас уже это осталось 26 тысяч. Давайте это мы купим себе Санта Вмена. Так, где у нас Санта? Санта 600 гемов, это Санта 600 гемов. Хорошо. Покупаем Санту за 600 гемасиков. Все, у нас купили Санту. Рядом. Так, берем нашего Санту. Так, а за 3... Ну ты издеваешься, за 300 гемов нам выставил Санту. Так, давайте мы что ли дальше мы выберем, думаю, что нам лучше бы выбрать. Хайпера мы выберем лучше или что-то другое. Но если я выберу Хайпера, то у меня будет, остается примерно, наверное, 1002 у меня гемов останется. Да, и какого я еще смогу себе купить юнита? Вот это мне очень интересно. Ну давайте, хорошо, это я куплю себе, думаю, Хайпера, блин, может и нет. Честно, я не знаю. Можно, кстати, купить Астра вот такого Титана. Давайте, ребята, лучше возьмем Астра. А, человек у нас находится в стороне. Хорошо, мы подождем, без проблем. Так. Думаю, что мы лучше возьмем. Так, это у нас на дамаг буст, да? Думаю, давайте хорошо возьмем диджей спикермена. А у нас тоже, почему у нас находится дарье? Так, о, все, я купил Астра Камерамена. Так, все, Астра Камерамен мы берем. Вот такого у нас уже такая вот тима уже, ребятки, мы уже потратили. Сколько гематиков мы уже потратили? Наверное, 1020, да? Нет, даже меньше там. То есть мы уже, наверное, потратили так 1000, так 10. Ну, мы потратили только 11 тысяч. Хорошо. Так. Что можно у нас еще приобрести? Думаю, Титан Сигмумена, хотя, блин, не знаю ли там. Титан Сигмумен. Можно выбрать какого-нибудь мелкого у нас юнита. Так, посмотрим, у нас писинка. Так, ну, думаю, хорошо, это возьмем этого у нас, так, Рэндж КД-05.
Но, блин, честно, я не знаю, блин, сколько он стоит вообще у нас. Катан спикермен, вот спикервумен. Может, шефа возьмем, ритм? Может, давайте возьмем шефа за 10 тысяч. Хорошо. Возьмем шефа, ритм, без проблем. Мы возьмем шефа. И думаю, мы возьмем еще какого-нибудь юнита очень интересненького. Так, 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 так. И давайте, думаю, ребятки, мы возьмем. Думаю, блин, спикер и пайр дрон у нас нету его на плазе. Так, 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 так. Ну хорошо, давайте мы просто возьмем камеру репайр дрончика без проблем. Камера репайр дрончика мы взяли. Так, камера репайр дрон. Так, где у нас камера репайр дрон? Вот все, камера репайр дрон. И вот такая, ребята, у меня есть тима. То есть мы взяли грин лазер камерамена, сантова мена, астра апгрейд титан камерамена и шефа, и камера репайр дрончика. Ну, я думаю, это очень хорошая тима. Итак, давайте мы выберем уже карту. Вот честно, я пока что не знаю, какую карту выбрать. Пальм Парадайз, может, может Туалет Сити, может у нас пустыню. Ну, пустыня, я думаю, очень такая. Такая себе пустыня. Камера HQ тоже такой себе. Туалет Лаб, вот. Тут 50 на 50, туалет очки тоже такой, вот у нас есть Охиамод, кстати, ну блин, Охиамод, тут у нас уже тима 100% не понадобится, думаю, вот в Пальм Парадайз может пойти, да? Хорошо, да, это, без проблем, мы пойдем в Пальм Парадайз и будем там у нас, сейчас выберем Найтмер режим, и будем уже проходить сам вот этот Найтмер режим, надеюсь, то, что я пройду с такой димой. Вот, надеюсь, вот, вот, ребята, перед началом, напишите в комментариях, как вы думаете, смогу ли я пройти вот при помощи этой тимы Nightmare режим в Пальм Парадайз. Я уверен, что я смогу пройти, а если я не пройду, то, ребята, я должен вам разыграть. Думаю, давайте коруту камерамена, если я не пройду, то я разыграю коруту камерамена. Но перед этим вы обязательно должны написать свой никнейм в комментариях, ну а также не забыть подписаться на мой канал с колокольчиком, ну и не забыть тоже поставить лайкосик. Так, 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 давайте. Знаете, у нас пока что эти грин лазер, ой, не грин лазер камерамен, пока что у нас туалеты будут всякие проходить, проходить, там у них может хп 100 снимут, а потом мы возьмем, поставим шефа, и у нас там потихонечку пойдет, а, нет, мы можем грин лазер камерамена поставить. Стоп, 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 давайте мы просто поставим грин лазер камерамена, и все. Думаю, будет более-менее лучше, потому что, видите, у нас никакой туалет сейчас не сможет пройти, а мы с тобой будем фармить монеточки. В общем, у нас пока что туалет проходит, так, все, давайте мы поставим нашего Санту, все, у нас теперь последний Санта у нас остался, и мы... А, нет, точнее, последний Санта у нас остался. Так, давай, давай, давай. Туалетики, умирайте, умирайте, мои туалетики. Так, Глэйси 100 лет. Вот, не знаю, вот Астра, вот у нас Астра апгрейд Титан Камерамен, он реально очень имбовый. Думаю то, что я при помощи его смогу на изи у нас пройти режимы всякие, да? Там Endless режим можно с ними проходить, и много всего в этом роде. Ну, кстати, можем его просто вот сюда вот поставить и просто шиковать. Я хочу так сказать, потому что когда я сделал обзор на этого юнита, там реально он был самым имбовым юнитом, то есть он самый лучший апгрейдит титан камерамен из вообще, который у нас есть, то есть 100 токсика, сава и так далее. Так, 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 ой-ой-ой, взяли его, усыпили нашего Санту, вот что ты делаешь? Ага, у нас, блин, давайте, хорошо, давайте мы что ли его улучшим, а нет, это мы лучше поставим нашего шефа, да, шефа у нас 350 он будет стоить, ё-моё, все, поставили шефа, делаем апгрейд, все, думаю, у нас будет быстрее проходиться, да, ну, надеюсь, что у нас быстрее будет проходиться, и надеюсь, его не, сейчас не усыпят, так, пожалуйста, не усыпи его, все, красавчик, 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 братанчик. Так, давайте мы делаем апгрейд 500 баксов, нам нужно. Ой-ой-ой, ребята, смотрите, что у нас тут. Босс турит 500 хп. Ой, у него 15 тысяч, да? Блин, мутант турит 14 тысяч, у этого 6 тысяч осталось. Вот, надеюсь, что мы сможем его победить, потому что если мы не пройдем, то это будет мега крах. Ё-моё, мутант турит всякие проходят. Ну, вроде бы справляемся, уже 8-я волна на Nightmare режиме. И за 8-я волна, за 2 минуты мы уже смогли пройти. Это достаточно, реально очень круто. Ну, не достаточно, это просто реально очень круто. Ури, ты видите, я какая макака. Аля-ля, аля-ля, дайте мне бананы. Я такая макака. Ай, я застрял, ё-моё. Вот какая-то из меня плохая макака получилась. Так, давайте мы делаем апгрейд 1, апгрейд 2. Все, мы тебя просто ждем и делаем. Ой-ой-ой, джетпак, полицай, туалет, мутант, туалет у нас пошли. Миниган, туалет. Так, нам нужно 2500, чтобы сделать апгрейд нашего, ага, нашего шефа.
Ну, блин, не знаю, не знаю. Вроде бы мы сможем справиться, а вроде бы и нет. Ну, надеюсь, то, что мы сможем справиться. Да, мы справимся без проблем. Без всяких проблем мы сможем справиться. Так, все, давай, давай. Миниган туалетик, все, без проблем. Откисаем. О, сюр, это я теперь могу поставить нашего вот этого Астра апгрейдит камерамена. Все, погнали. Так, у него апгрейд стоит 3500 баксов. 3500 баксов, чтобы сделать просто апгрейд нашего титана. Вот это действительно очень много нужно будет потратиться. Но ничего страшного. Потому что у меня уже Санта прокачаны по 4 левелу. И все быстрее и быстрее мы сможем апнуться. Так, все, мы делаем апгрейд раз. Все, у нас теперь Санта все на 5 левел. Все вообще будет хорошо сейчас фармиться бабосики. Так, я думаю, то, что у нас можно Green Laser Cameraman'а продать. И поставить нашего Green Laser Cameraman'а вот тут, чтобы он просто стопал. И как раз таки наш еще, он как раз таки будет еще словинг делать. Вот это вот тоже замечательно. Так, 3500 нам нужно. Осталось всего лишь чуть-чуть. Просто 450 баксов нам нужно. И мы сделаем апгрейд на максимальный левел нашего Астра апгрейдит титан камераменчика. Ой-ой-ой, сколько туалетов? Так, все, 3500, погнал, погнал, у него теперь, а, туалет словинг пока что 0%, 1400 уронов в 0,2 секунды. То есть уже у него на первом левеле по 0,2 секунды, это реально что-то круто. Так, мутант туалет 2.0, ты тоже сейчас просто быстренько откиснешь, все, откисай, братан, все, откисаем. Дальше у нас скипается волна, и мы делаем апгрейд на максимальный левел нашего Астра апгрейд титан камерамена. Так, давай, убивай всех этих туалетов. Давай, давай, все, 4500, погнал, погнал, все, красава. А, туалет словинг тоже 0% пока что. Ну, ничего страшного, все у нас постепенно будет улучшаться. Так, все, мы теперь улучшили нашего грин лазер камерамена. Ага, нам нужно будет 1500 баксов, чтобы сделать апгрейд. Но я думаю то, что у нас лучше делать Санта апгрейд, потому что чем больше денежек, тем быстрее мы сможем делать апгрейд наших юнитов. Я думаю то, что можно будет просто миллиарды наших титанов поставить, и все, они даже не пройдут, даже тут, даже до сюда не смогут пройти. Так, делаем апгрейд нашего Санту еще раз. Так, 2333, ага, ну хорошо, понял. Так, 2000, делаем еще апгрейдик, все, погнали. Ой, босс туалет 2.0, еще фланинг бусов туалеты пошли. Ой-ой-ой, вот это, кстати, очень, а, ну, ладно, я тебя, в принципе, недооценил. Ты очень крутой, ты действительно очень сильный. Ну, ты реально очень сильный, вот Астра, Титан, Камерамен, ты действительно очень сильный, а вот это, вот это, кстати, очень сейчас было плохо. Так, стоп, давайте мы еще поставим, вот. Так, стоп, почему я не могу поставить? Давайте вот так поставим. Делаем апгрейд. Все, мы сделали апгрейд на максимальный левел, все, без проблем. Блин, вот надо было бы лучше бы спикер не репайр дрончик, а вот, а просто, ну да, спикера бы репайр дрона мы бы взяли, а не вот это просто камера репайр дрона. Это было бы намного эффективнее, потому что камера репайр дрон у нас вообще не двигается, ничего, он просто. Наоборот, не знаю, его усыпят и все, да? Посмотрим. Его усыпили и посмотрим. А, ну все, ну красава, красава. Все хорошо, без проблем. Так, 7500. Ой-ой-ой, ты куда полетел, братан? Ты куда полетел? Ты сейчас просто помрешь. Так, все, 7500, сделай апгрейд. Сюр, это у нас какой апгрейд? А, это у нас предпоследний апгрейд нашего Астра. Хорошо. Ой, уфа, туалет, убей. Все, без проблем. Ой, гигант, блин, туалет. Вот зачем ты вообще вышел? Ты сейчас просто помрешь. Ой, так, давайте мы делаем апгрейд нашего шефа. Потому что шеф реально нужно делать апгрейд все больше и больше, потому что, видите, у него explosion радиус, он еще туалет словинг делает, и все в этом роде. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, Рокет туалет, ну вы куда пошли, ребята? Вот вы действительно куда пошли, вы же просто помрете, вот зачем вы вообще сюда лезете, я не пойму. Так, 3000, давайте 3000 раз сделаем, ага, по 6000 баксов, ё-моё, это... Чё-то очень много, блин, уже 22-я волна, за 7 минут мы уже смогли пройти, 22-я волна... Ну, ребята, вот я смогу, наверное, пройти рекорд свой, потому что у меня, по-моему, рекорд, сколько минут, по-моему, 12 минут в Nightmare режиме я прошел за такой промежуток времени мелкий, и надеюсь, что я смогу побить данный рекорд. Ой-ой-ой, сколько у нас туалетов пошли, ёшкин-матрёшкин. Так, стоп, давайте мы пока что не будем скипать волны. Вот, надеюсь, что я смогу убить, вот. Надеюсь, что я смогу победить вот всех этих туалетов, да, делаем апгрейдик, да. Вот, блин, кстати, тогда что-то реально сейчас было сложно. Так, стоп, подождите. Мы сможем ли всех поубить, да? Да, мы смогли всех убить. Так, все, сделали апгрейд. Ну все, у нас теперь будет два Астра камерамена. Ну, я думаю, это будет намного лучше, чем у нас просто был бы вот эта вот камера. Так, репайр дрон, очень хороший радиус. Было бы, это будет реально намного эффективнее, чем у нас было бы по два наших. То есть один титан был бы. Так, все, делаем скип.
Ух, ё-моё, ребята. Так, 3000, все, пошел. Вот, блин, вот карта действительно очень хорошая. Вот я, скорее всего, уверен, что я сейчас просто какой-нибудь баг или дырку в этой карте найду, потому что у нас разработчики очень любят добавлять наши дырки в карты. Так, сюда можно забраться? Так, посмотрим. Ай, сюда пока что нельзя забраться. Можно ли как-нибудь у нас забраться за карту? Можно или нельзя? Давайте посмотрим. Так, давай, я хочу забраться сюда. Опачки, сюда. Это я, короче, нашел дырку в этом, блин, в этой карте. Ну, ладно, ладно. Это, в принципе, уже дела разработчиков, не мои уж точно. Нужно будет 8500 баксов, чтобы апгрейдить нашего шефа на максимальный левел. Ну, я думаю, чуть-чуть осталось, да? Там просто 2000 баксов мы сделаем, и все, в принципе, мы сможем сделать апгрейд нашего шефа. Ой, давайте мы, короче, скипаем нашу волну, делаем апгрейд нашего шефа, и все, 8000 урона в 0,5 секунд. Ну, блин, в 1 секунду будет 16000 урона, а у этого было бы намного больше урона. Ну, и у этого радиус так-то, блин, сплэш-эффекты. Блин. Вот какого мы юнита не использовали? Хотя нет, мы уже всех юнитов у нас использовали, и вроде бы у нас все справляется. У нас уже что начинает лагать? Так, подождите, на что он начинает лагать? Так, подождите, только без лагов, пожалуйста. Пожалуйста, только без лагов. Вот главное, тоже у нас бусов мутант торрита убивают. Давай, убивай. Все, мы делаем вот скип. Все, предпоследний левел у нас теперь на Астра Камерамена. Так. Ой-ой-ой, у него теперь радиус, посмотрите. Он даже до сюда может, ё-моё, даже до сюда может достигать. Ну, вот это реально очень круто. То, что у него такой радиус и вот такие вот уроны. То есть, очень большой урон у этого Астра. Так, давайте мы что ли снова делаем скип. Делаем апгрейд нашего еще как раз таки уже второго Астра. Ой-ой-ой, вот. Абутан Ассасин Туалет. Вот зачем ты вот со своим ножом вышел? Ты маньяк, что ли, бестолковый? Ты же сейчас просто помрешь. Вот зачем? Ты чё? Ты Санта-ТВМ это хотел убить? Ты чё, хотел Санта-ТВМ убить? Братан, ты чё, живой? Ага, он просто твои подарки разрезал. Ну ладно, я тебя понял. Ага, гигант, блин, туалет. Ты тоже сейчас просто откисишь. Вообще, как нифиг делать, так все, откисай у нас, блин, туалет. Ага, у нас теперь пошли вот эти мутант-туалетики. Вы тоже очень быстро откисаете по 40 тысяч хп. Ой-ой-ой, по 70 тысяч хпшек, ой, 500 тысяч хп. Я уверен, что ты сейчас просто вот даже вот тут даже не дойдешь, ты уже откиснешь, да? Он просто дарит, он даже до сюда не смог дойти, он уже откис у нас. Так, 10 тысяч баксов нам нужно. Все, делаем апгрейд на предпоследний левел. То есть у нас же два таких титана сделали на предпоследний апгрейд. Ух, Рита, это реально что-то будет нечто, когда у них будет на максимальный апгрейд. Ух, Рита, я уже просто не дождусь просто, когда у нас будет просто... Когда у нас будет разнос этого Nightmare режима. Ой-ой-ой, какие же вы красавчики. Бостори 2.0, просто откисай тоже. А тут все, подарили это на автоскипе. Погнали на автоскипе, будем все проходить. Гигант, дул, блейд, туалет. Чтобы мы смогли быстрее. Блин, 11 минут 32, 32 волна. Вот тут что-то это уже будет посложнее, думаю, да? Вот, блин, уфа туалета вот у нас проходит, вот меня бесит эти уфа туалеты. Вот не знаю, что я им сделал, то, что они меня все время проклинают. Ой, это что такое, подождите, это что за... Ладно, ладно, я вас понял прекрасно. Давай, 18 тысяч баксов нам нужно, чтобы сделать апгрейд на максимальный левел нашего первого Астра Камерамена. Давай, 18к. Все, мы сделали апгрейд на максимальный левел. Все, погнало теперь месиво. Полное месиво у нас погнало. Оп. Все, это теперь нам нужно сделать сейчас апгрейд нашего второго Астра Камерамена. 18 тысяч баксов тоже нужно потратить. И уже будет все чики-пуки. Так, все, мы нафармили на максимальный апгрейд нашего второго Астра Камерамена. Так, думаю, можно сделать апгрейд максимального на нашего Green Laser Камераменчика, да? Кстати, нам нужно 4000, лям 200 у этого Титана. Ну, я уверен, что мы справимся с ним как нифиг делать. Да, все, откис, 4000 максимальный левел, погнал. Это что такое? Что за пизамская башня сейчас была? Ой, то я тоже взял, схватил его. Ё-моё, что ты, блин, делаешь? Ага. Смотри, что мы сейчас будем делать, ребята. Так. Мы ставим еще нашего Астра Камерамена. Да, мы ставим еще нашего Астра Камерамена. Я просто должен пройти вот этот вот режим. Знаете, что я не хочу? Я просто не хочу за проигрыш отдавать коррупту-то. И вот действительно просто не хочу. Вот если вы хотите на халяву, просто даже если я выиграю, то давайте под этим видеороликом наберем 5000 лайкосиков. И я реально разыграю, просто отдам рандомному подписчику из своего комментария. Так, ну так же.
кто на меня подписался и поставил лайк, тому реально на халяву отдам коробку за то, что вы набрали 5000 лайкосиков под этим роликом. Ой-ой-ой, погнали, посмотрите, как у нас просто все проходит. А, стоп, вот это вот у нас что-то уже нехорошо. Действительно, вот это вот у нас что-то нехорошо, а хотя ладно, у нас вроде бы все. А, ага, только можно поставить лимит одного нашего репайр дрона. Блин, вот спикер репайр дрона был бы намного эффективнее, намного лучше, чем вот эта камера репайр дрона. За этого камера репайр дрончика я отдал 2000, блин, этих гемасиков. Это действительно очень много. Так, босс туалет 4.0. Давай, скипайся. Ой-ой-ой, у нас пошел-то большой качок. Так, 6 тысяч, давайте, короче, делаем апгрейд наших, максимальный левел наших санд, потому что нам нужны бабки, тачки, дома всякие, гаражи, особняки, тачки, пачки, так, все, да, апгрейдик. Ой-ой-ой, это действительно месиво какое-то у нас тут происходит. Так, 6 тысяч. Все, у нас теперь 3 санты сделали апгрейд на максимальный левел. Ай-яй-яй, знаете что, ребята, у нас плохо. У нас же камера Repair Drone тоже действует на вот таких вот сант. Вот это очень плохо. Мне было бы лучше эффективнее поставить его вот тут вот. Как раз таки, да? Блин, не знаю. Давайте, хорошо, мы сделаем просто вот тут, удаляем его, да? И поставим, думаю, это лучше вот тут его поставить. И сделан апгрейд. Вот все без проблем, вот так вот, намного лучше. Вот видите, опа, все без проблем. Да, это будет намного лучше. Так, все, делаем скип. Все, мы теперь, думаю, можно на автоскип у нас на изи проходить. У нас уже, к слову, 43-я волна. И чуть-чуть, и у нас уже будет 50-я волна. И мы сможем на изи пройти Nightmare режим. И я не буду отдавать свою коррупту камерамена. Правда, если вы наберете 5000 лайков, то мне придется отдать своего коррупты-то. Эх, ребята... Ну ладно, ничего страшного, если что, он стоит 30 тысяч гемов. Ну, 30 тысяч гемов за просто на халяву, думаю, каждый хочет залутать. Ой-ой-ой, у нас пошел вот такой вот токсик мутант Торрид. Ну ты зачем пошел? Ты же сейчас просто откисишь у нас, ты молодой. Ой-ой-ой, все, у нас 45-я волна. Ой, у нас фланик бусов туалета пошли. Ух, глянь, сколько их много. Ну, вы же откисните, ребята. Вы же все откисните. Все, давайте мы поставим еще нашего астра камерамена. Все, погнал. Что-то я, блин, все время их путаю. То токсики, то астры, то, блин, асавы апгрейд камерамены. Что-то, блин, они все одинаковые, да, по названию. Так, все, делаем апгрейд. Все, погнал. Ой, у нас уже начинает лагать это. Почему так много туалета, что у нас уже все начинает лагать? Ну, то есть, видите, они в слоумо идут. Ё-моё. Ай, взяли и усыпили на моего титана. А, ну, потому что нас этот не достигает, да? Да, у нас... А, подожди, его усыпили, и он наносит урон. Вы видали, ребята? Его усыпили, и он наносит урон. Аж как это вообще возможно, ребята? Как это вообще возможно? Скажите мне, пожалуйста. Ё-моё, 47-я волна. Ну, ребята, вроде бы мы справляемся, А может и нет, а может и да. Ё-моё, сколько у нас тут туалетов заспавнилось. А, ну да, мы справляемся. Можно, короче, нас скипать. Все, делаем максимальный апгрейд. Все, погнал. Ну и, ребята, что я могу просто сделать? Могу вот сюда вот встать вот так вот АФК, да? И просто танцевать. Так, видимо, сейчас включим дэнс себе, да? Давайте просто включаем себе дэнс. Оп. Все, дэнс. Ну, а там сражаются, это. Ё-моё, просто-то какая же мега величайшая битва. Вы видали это, видите, он просто, он спит и он наносит урон. Вот это тоже плюс респект. Это тоже плюс респект. Ё-моё, что у нас тут происходит? Это что такое? А что если мы включим звук? Какой у него звук будет? Давайте включаем звук. Ё-моё, это что сейчас у нас было? Это что сейчас был за мега звук такой? Все, 50-я волна нас погнала. 50-я волна. Давайте мы делаем апгрейд нашего шефа на максимальный левел. Все, погнали. 50-я волна погнал. А какой у нас, кстати, максимальный юнит? То есть не максимальный юнит, а какой у нас босс на последнем левеле? А вот гигант смут хутолет. Все. Ну, я уверен, что мы его на изи сможем победить. Так, ну... Тут мы справляемся, тут мы тоже справимся, а прикол, если мы сейчас просто не справимся. Это будет действительно просто величайший крах. А, ну да, ребята, мы, короче, вообще на изи купим. Вообще, смотрите, как у него хпшка улетает. Тут уже было 1,5 миллиона, опа, уже миллион, опа, сейчас уже будет 500 тысяч, и все, 3, 2, 1,
И я прошел Nightmare режим при помощи тех юнитов, которые я куплю за рандомное количество гемов, которые мне выпали в рандом Азере. И вот такой видеоролик вышел. Если тебе понравился видеоролик, ставь лайкосики и подписывайся на мой канал. И не забывай кидать свои идеи в комментариях, потому что я комментарии каждый читаю, каждый лайкаю, если мне понравился. Ну, а теперь это мы будем заканчивать. Теперь всем пока-пока и удачи.